Я думаю про Афганистан, что Америка придумала очередную какую-то аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, но теперь бросили всех и сбежали. Представьте, это десятилетия там погибают люди, там уже больше 2 миллионов было погибших, но мирно жителей, но он еще лет 5 назад. Сейчас сколько погибло там. Бедных людей мучают. Американский проект был Бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам, нашим союзным государствам, надо укреплять границы, готовиться к худшему. Так что нам не проблема. Будет приказ, остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу. Так что Сирии тоже проект западноевропейских государств. И Афганистан продолжение. Бен Ладен был придуман против Советского Союза. Так что наши братья узбеки, таджики, киргизы, туркмены, все должны быть на чеку. Граничные территории с Афганистаном опасны сейчас. Этого хочет господа американцы.